Ну а сейчас о тяжелой атлетике. В городе прошел открытый турнир по жиму штанги лежа в память о погибшем сотруднике МВД Сергее Станине. Его жизнь оборвало трагическое ДТП. Он был не только ответственным сотрудником кунгурской полиции, но и показывал высокие результаты в спорте. Среди его заслуг неоднократные победы в соревнованиях по рукопашному бою, боевому самбу среди сотрудников полиции Пермского края. В турнире, посвященном его памяти, приняли участие без малого 30 спортсменов. Среди них сотрудники 40-й колонии, спортсмены Кунгура, Кунгурского и Ординского районов. Абсолютными героями турнира в своих возрастных и весовых категориях стали сотрудник 40-й колонии Владимир Мельников. Он выжил штангу весом 125 килограммов. Кирилл Лепихин и Денис Заворин одержали победу, подняв вес в 150 килограммов. А Артем Новицкий из Орды стал лидером весовой категории 75 килограммов. Максимальный вес 180 килограммов выжил Антон Иглин в весовой категории до 90 килограммов. Судейство возглавлял мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, четырехкратный чемпион мира и Европы кунгуряк Константин Мальцев. А это показывает высокий уровень соревнований и надежду на то, что турнир станет традиционным.